Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алла. Не забудьте взять мой канал на заметку. Как я вам обещала, делаю для вас видео с интересной информацией каждую неделю. Так что буду рада видеть вас в числе своих поклонников. И сегодня, друзья мои, я вам расскажу о интересной программе, как вы можете сделать без скачивания программы видеопрезентации. Красивое и интересное слайд-шоу, то есть как поздравительные открытки с вашими фотографиями, с вашим интересным материалом, а также с текстом. Итак, сейчас я вам все подробно расскажу. Сейчас зашла я на сайт, открыла окошечко. Смотрите, пожалуйста, это называется программа PowerToon. И прежде всего, конечно, надо зарегистрироваться. Видите, тут написано «Sign up for free». Регистрация на этом сайте очень простая, она у вас не займет очень много времени, так как я уже была тут зарегистрирована, поэтому я только зашла в свой аккаунт. И вы зарегистрируетесь, вам уже отправят ссылочку с этого сайта, и со своего имейла вы зайдете туда. Я вам сейчас расскажу. Вот это вот дашборд. Чтобы сделать вам презентацию, что нам надо с вами пройти? Видите, сюда вот нажимаем «Great» на стрелочку. И далее мы нажимаем вот это. В принципе, вы можете тут посмотреть, что вас интересует. Тут есть как платное, так и бесплатное. Я вам сейчас буду покажу, как мы с вами будем делать бесплатную презентацию или слайд-шоу, как вам удобно это называть. Видите? Вы можете тут смотреть, изучать. Нажимать. Что единственное, только, конечно, это на английском языке. Но я вам расскажу. Ничего такого особо трудного нет. Все очень просто. Мы с вами нажимаем вот сюда вот. Exit. Открывается страничка. Сейчас она загрузится. Далее мы приступаем к нашему слайд-шоу. Посмотрите, вот в этом углу. Видите, да? Окошечки. Тут всего по умолчанию 3 стоит. Если мы с вами нажимаем на плюсик, видите, они прибавляются. Я обычно, если на минус, убавляются. Мы с вами начнем с первой странички, а потом уже по мере необходимости вы будете нажимать на плюсик, и странички у вас будут прибавляться. Так, вот с этой стороны, ой, секундочку, вот с этой стороны, вы видите, да, вы можете написать ручкой вашу презентацию. Если вы выбираете, конечно, английский, на английском языке, то оно вообще прекрасно идет, любой текст. Вот тут текст у нас. Image. Вот здесь вот Image. Это Windows 8. Ужасная программа. Все время прыгает экран. Image. Это вы сейчас. Я обычно сразу же ставлю Image в первую. Это у нас идет Image. Давайте выберем любую фотографию. Какая у нас тут. Давайте загрузим с компьютера фотографию. Чтобы вам уже было очень-очень легко. Так. И мы можем с вами фотографию здесь, нашу картинку. Давайте я буду говорить картинку. Растянуть. Видите, да, я ее растянула. Или мы ее можем вообще уменьшить. Так аккуратненько в угол ее передвинуть. Знак, конечно, вот этот вот PowerToon, он все время тут стоит. То есть это их фирменный знак. От этого никуда не деться. Можем пододвинуть. Видите? Передвинуть. Играть с вашей картинкой так, как вам удобно. А очень красиво получается. Это моя вам рекомендация. Я часто применяю так. Вот если вот так вот вы делаете большую картинку. И далее вы пишете текст.
Видите, текст вы точно так же можете передвинуть, куда вы хотите. Нажимаете вот здесь вот на карандашик и пишите. Что мы тут с вами напишем? Давайте напишем. Hello. Цвет текста меняем на любой, какой хотите. Давайте красный поярче, чтобы было видно, вернее оранжевый. Размер текста меняем. Также меняем текст. Видите? Тут понятно, да? По-моему, это все очень легко. Меняем. Дальше аплы заполняем здесь. И еще что вы можете сделать, конечно. Вы можете всегда, когда ставите свой текст, пододвинуть. То есть, если он не будет у вас вмещаться, понимаете, да? Вот я так, это тут стрелочка, вот так вот я ее делаю. Я очень долго разбиралась, сидела с этой программой, когда не знала, долго изучала, поэтому сейчас я вам уже могу показать. То есть, хотите сюда, да? А если она вообще не нужна будет, чтобы не удалять страничку, вы можете просто ее вниз убрать и все. Вот. Дальше. Насколько вы хотите время, чтобы у вас была эта картинка первая. До 10. То есть одна картинка до 10 секунд. Все. Больше нету. Мне иногда бывает порой, конечно, когда большой текст, побольше хочется картинку. Но, к сожалению, тут только до 10 секунд. Опять же, вы меняете вот здесь вот fade. Если вы хотите, чтобы у вас эта картинка пошла вниз, нажимаете down. Эти стрелочка пошла. Здесь то же самое, не забывайте down. Down это значит вниз, да? Понятно? Я вам объясняю. Думаю, вдруг кто-то не поймет. Right это значит она уходит направо. Left это она уходит налево. Up это значит она уходит наверх. Pop это она значит просто так вот как pop, как лопается. No effect это значит без какого-либо эффекта. Но это не очень красиво. В общем-то вы можете пробовать, экспериментировать, смотреть как. Я обычно ставлю на такую. Вот. Оставили 10 секунд. Хотите ставить 8 секунд. Ну вот у меня сейчас, допустим, тут я пока вам показывала, ведь она у меня пока получилась третья. Следите за обязательно, какая у вас будет эта первая страничка, вторая страничка, третья. Вот я ее сделала нечаянно третьей. Я ее сейчас могу удалить, так как она мне не нужна. Вот черненький квадратик, это обозначает именно сейчас мы работаем с вами над этой страничкой. Если вы хотите просто текст сделать, вы нажимаете сразу на буковку T. Вот она. Дальше опять же на ручку, как я вам сказала. Давайте покажу вам русскими буквами, как это делать. Сейчас напишем на русском. Написала вам «Привет». Далее вы опять же не забывайте поменять размер, какой вам нужен. И помните всегда, что не каждый текст тут принимает русские буквы. Поэтому вот за этим обязательно следите. Как вы увидите, я вам сейчас покажу. Допустим, привет, но очень красиво пишутся цифры здесь. Как понимаете, да? Цифры, они у нас тут остаются. Видите? У каждого текста свои. Вот мы написали. То есть это у нас такой вот этот текст. Русский шрифт принимает. Видите? Дальше. Второй пишите. То, что вам... Я понятно объясняю, да, надеюсь? Тут вы уже тут... Я просто не хочу время отнимать, потому что тут еще очень много что показать. И прибавляем. Видите, второе опять черное окошечко. Значит, здесь мы сейчас пишем. Потом третье будет. Также фотографии добавляете, куда хотите. На второй, например, вы можете добавить просто какую-то фотографию. Да, как я вам уже сказала. Нажимаем, щелкаем, апплы делаем. И хотите ее уменьшить, уменьшаете, двигаете. Причем в любой угол. Или растягиваете.
Понятно, да? Видите, растянули. Вот она у нас сохранилась. Вот первая сохранилась, вторая сохранилась. Потом делаете третью, как вы хотите. Вот в этом, давайте пройдемте в этот угол. Покажу вам рука. Руку вы можете прям сюда передвигать. Видите? Так. Давайте тут напишем, чтобы вам было понятно. Напишу hello. Опять же, не забудьте, что не всегда берет у нас, сколько секунд будем писать. Видите, я поставила там 3, 4, 5, сколько угодно. Так, дальше добавляем страничку. Четвертую добавили. Еще вот тут вот у нас есть. Давайте пойдемте. Упс. Вниз. И вы увидите, вы можете сюда стрелочку, особенно для презентации, это вообще классно, видите? Вы стрелочку ставите вот сюда вот. И, например, вы можете также вот фотографию, смотрите. Это для презентации очень хорошо. Знаете, как наглядно стрелочкой показывать. Видите, вот так. Какая-то ваша там фотография будет, что-то вы показывать будете. И тут у вас стрелочка вот такая. Опять щелкайте на стрелочку, двигаете. Классно, да? Мне нравится, это очень интересная программа. И когда ваша презентация будет готова, вы увидите, просто она будет выглядеть очень супер интересно. Дальше внизу, вот у меня просто экран тут, знаете, вы увидите, вы можете сделать, видите, вот такой фон. Я тут сейчас нагородила вам кучу всего. Вот такой фон. Еще такой вот фон есть, как тетрадочка. Обычный белый фон. Вот такой. Упс. Что мы тут сделали? Вот. И опять же, на сколько секунд, не забывайте, вы растягиваете. Вы закончили вашу презентацию, нажали на сейв, чтобы она уже никуда у вас не исчезла. Далее, давайте пройдем музыку. Вот здесь вот у нас музыка. И вот то, что зеленое, это бесплатно. Смотрите, на сколько тут минут. Christmas музыка, видите, на 2 минуты, 3 минуты. Вот 45 секунд, допустим, да? Я уже знаю, какая, поэтому я сейчас включать не буду. Я ее нажимаю add. Она вот она у меня уже загрузилась. И дальше Apple. Все, музыка у меня, видите, вот тут даже музыка у меня загрузилась. Все. Видео мое сохранено. Хотите посмотреть, нажимаете превью. Вот, пожалуйста, превью. Смотрите, нажимаю. Привет, да? То, что мы с вами записали. Я не включила громкость музыку. И далее тут YouTube, пожалуйста, вы можете сразу же скинуть на YouTube. Ну, это у нас так абсолютно обыкновенно получилось, потому что вы понимаете, что основное мне было вам показать, как этот сайт работает. Видите, он ручечка. Вот. Итак, друзья мои, какие будут у вас вопросы, что-то непонятно будет, вы пишите в комментариях. Я вам, видите, стрелочка наша выскочила. С удовольствием вам отвечу на все ваши вопросы. Всего вам хорошего, удачи и успехов в вашем... Ну, это в конце, как доставка у них идет рекламная. Всего хорошего. Проводите хорошо время. Снимайте ваши видео. Экспериментируйте. Удачи и успехов. С вами была Алла. До новых встреч.